ромашки «Садовый Северная звезда» рекомендуют проращивать рассадным способом. Высаживать рассаду в открытый грунт можно как весной, так и осенью, но цветением эта культура порадует вас только на второй год. Растение любит солнечные лучи и легко переносит засуху. Крепкие, упругие стебли вырастают в высоту до 80 см. Соцветия довольно крупные, с белыми лепестками и желтыми серединками. Ромашку «Садовую Северная звезда» высаживают отдельными или смешанными группами на газонах, используют в бордюрах и микс-бордюрах, выращивают на срез для создания эффектных букетов и флористических композиций. Ромашка «Садовая Северная звезда» — это травянистый высотой от 70 до 80 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Окраска цветка белый.